Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши видеослушатели. Мы с вами вновь находимся на главной странице нашего сайта и продолжая цикл информации о различного рода методиках, которыми мы пользуемся в нашей лаборатории, я перехожу к разделу «Детские патопсихологические методики». Это будет некое обзорное видео, краткое, в дальнейшем. Я думаю, что я остановлюсь буквально на каждой из методик, о которых буду говорить сейчас. Это бланковые, качественные, количественные патопсихологические методики для детей. Обратите внимание, методики стоят достаточно дорого, черт возьми, потому что стимульный материал этих методик очень-очень дорого обходится. Мы изготавливаем их типографским способом и рады бы предложить вам их дешевле. Но, к сожалению, типография не дает нам этого сделать. Вот вся эта печатная продукция, она достаточно дорогостоящая. Но у нас предусмотрены скидки при приобретении двух, трех и более методик. Соответственно, чем больше методик вы заказываете, тем меньше вам эта методика каждая в отдельности обойдется. И иногда у нас скидки доходят до существенных, порядка там 3000, 3500, с 5700. Потому что люди, которые этим занимаются профессиональной диагностикой, детской патопсихологической диагностикой, в детских садах, в школах, на первых, вторых, третьих классах, люди понимают, что без этого работать нельзя. Без понимания и диагностики нельзя ничего сделать в дальнейшем с человеком, а тем более с ребенком. Как-то его скорректировать, поправить и начать с ним работать, взаимодействовать и корректировать его жизнедеятельность, если таковая потребность в отношении того или иного ребенка существует. Она существует. Признаться вам, я не работаю в этой области, но у меня очень много коллег, психологов, которые в этом деле заняты. Понятное дело, в процентном соотношении большинство, наверное, это школьные психологи. Есть у меня знакомые коллеги, которые работают в детских садах, то есть в дошкольных учреждениях. И эти люди пользуются, я многие методики дарю просто своим коллегам, друзьям и так далее. Но вот в частности в данном случае я вам показываю то, что мы имеем в наличии. Методик, к сожалению, не очень много, не очень много. Всего в нашей лаборатории присутствует 26 методик с небольшой, вариативностью, так скажем. В частности, у нас тут есть еще одна методика, но мы ее не реализуем по ряду причин. Ну ладно, не об этом сейчас речь. Речь идет о том, что 26, 25, будем так говорить, методик, они реально нужны, важны, и без них нельзя работать и жить ни одному детскому возрастному психологу, работающему в области возрастной психологии, занимаясь с детьми. Соответственно, я буду останавливаться в дальнейших видео на каждой из этой методик очень подробно. Их различие главным образом заключается в стимульном материале и в возрасте, к которым эти методики могут быть применены и использованы. Ну и в частности, давайте просто сейчас пробежимся то, что есть, так вот незамысловато называется эта методика, она так и называется, это само название «Внимание». Далее у нас идет детский вариант таблиц Шульте, детская версия, он отличается от взрослой, причем существенным образом. Далее, внимание мы переходим к следующей высшей психической функции, это память. Это опосредованное запоминание по Леонтьеву, но только детский вариант. Его два варианта, и, как я уже сказал, различие между ними именно в том возрасте, в котором они могут быть использованы и применены. Далее идет самый большой и интересный раздел, это диагностика мышления. Диагностика мышления — это вообще самый интересный раздел патопсихологии. А уж если говорить о детях, так это вдвойне интересно. В частности, также существует версия пиктограммы, исключение лишнего предмета. И обратите внимание, это супер нужная и важная методика исключения лишнего предмета, она у нас существует в четырех вариантах. И иметь надо, к сожалению, все четыре, потому что каждый из этих вариантов прилагается и используется с определенным возрастом ребеночка.
не просто так все это сделано и разработано, в общем-то, не глупыми людьми. Ну, разработка это понятно еще советских времен, это 60-е, 70-е. Сначала, значит, в историческом аспекте все это было на взрослых людях опробовано, все вот эти исключения предметов, классификаций, там, аналогии, ассоциативные эксперименты, а затем наши отечественные советские психологи перешли к детям. То есть область спортивной и детской психологии, она всегда доминировала. Потом появилась, значит, промышленная психология, даже не психология, а психофизиология. Но сначала начал все зиждилось на детской и спортивной психологии. Спортивная, пожалуй, даже раньше возникла. Не возникла, вернее, была более, так скажем, на пике своего развития. Далее идет детская психология. Далее идут у нас варианты, как я уже сказал, исключение лишнего предмета, разных вариантов для разных возрастов. Их 4 версии. Кроме того, существуют версии исключения не предметов уже, а слов. Детская версия, опять же, их 3 варианта. Исключение лишнего слова, детская версия, вариант 1. Исключение лишнего слова, детская версия, вариант 2. Исключение лишнего слова, детская версия, вариант 3. Различия между ними, опять же, в возрастах. Далее, аналогии вербальные, простые. Значит, вариантов их всего 4, обратите внимание, да? То есть, детская версия, вариант 1, вариант 2, 3, 4. Различия, опять же, в возрасте. Далее, единственный вариант методики установления закономерностей последовательности событий. Детская версия, классификация предметов. Без нее, без этой методики не может работать ни один, у меня даже рука на мышке дергается, ни один возрастной психолог детский. Как можно работать без классификации с детьми? Далее, хорошо дополняющие основные методики. Я считаю, что основные методики являются вот исключение предметов, затем вариант классификации предметов, и их, соответственно, дополняют в обязательном порядке, если что-то непонятно, не ясно по предыдущим исследованиям, методикам. Это сравнение понятий, существенные признаки, метафоры, пословицы и поговорки. Ну и, соответственно, действительно мощная методика, детский вариант Равена, цветные матрицы Равена, у нас тоже присутствуют в нашей работе. Но мы не всегда их поставляем, мы не работаем с детьми. И у нас есть, конечно, нормативы, таблицы нормативов, но мы им не совсем доверяем. Хотя саму методику можем с ее стимульным материалом вам предоставить. Далее идут диагностика эмоционально-волевой сферы, той сферы, которая собирает в едино личность человека. Это значит, личность, характер, темперамент человека. Для этого мы используем методику тревожность, детская версия, детский аперцептивный тест САТ, да, КАТ, детская версия, и тест фрустрации Розенцвейга, детская версия, тоже у нас есть. Методики, конечно, стоят дороговато для простых людей, там, учителей, воспитателей и так далее, но я все это понимаю, всегда стараюсь идти навстречу, делаем скидки какие-то при приобретении нескольких методик. То есть иногда у нас действительно там стоимость методик опускается, когда нас там просят, надо, иногда опускается до 3000, там можем продать за 3500, за 3000, за 300, вот так вот, такие случаи у нас бывали. Но дорогой стимульный материал, его изготовление достаточно непростая вещь. На этом, собственно, все. Да, мы заказываем это все типографским способом. Иногда у нас что-то есть в наличии, как всегда. Мы заказываем партиями, там сразу по 20, 25, 30 субтестов, тестов вернее. Иногда чего-то не хватает. Если чего-то нет в лаборатории непосредственно здесь и сейчас, тогда мы берем на себя смелость, значит, срок поставки отодвинуть на 1-2 недели, как сработает наша типография. Вот, собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!